Тогда, когда Институт памяти опубликовал список улиц, которые нужно переименовать, с каким названием, проспекта маршала Жукова там не было. Потом мы, когда здесь разродилась вот эта история, и на этой теме пытались, опять же, кто-то себе заработать каких-то политических очков и баллов, мы обратились сразу же, не дожидаясь какого-то разъяснения, я сразу издал два документа. Первый документ. Я написал в Институт памяти письмо для того, чтобы они разъяснили, все-таки проспект маршала Жукова попадает или не попадает. Это первое. До сих пор я ответ не получил. Мы уже 3 раза обращались к ним, уже без письма звонили, а говорит, вы в очереди, 245-е. Потому что не только Мариуполь сегодня обращается с разными просьбами. Второе, я параллельно запустил процесс переименования. То есть я издал соответствующее распоряжение. А этот процесс, он степ-бай-степ, шаг за шагом. Мы сегодня уже провели определенные слушания, и есть разные мнения, как должно называться. То есть мы двигаемся, и процесс переименования, он неизбежен. Потому что мы понимаем, что это уже улица появилась. Она будет переименована, но мне важно, и вот как раз здесь верховенство права и верховенство демократии, что это должно исходить от жителя. Не могу ни я, ни Павел Иванович, это неправильно, навязать какое-то название для жителей. И мы двигаемся в этом направлении. Я думаю, он это имел в виду. Он будет сегодня здесь, я задам ему этот вопрос, что конкретно имелось в виду. Я думаю, также имелось в виду то, что есть еще на комбинатах какие-то символы, которые связаны с коммунистическим режимом, и он бы хотел, чтобы их...